Всем привет! Господа хорошие, здравствуйте! Мы проходим чертову дюжину сегодня, 13 уровень. Поехали. Это какой-то Мордор, я считаю, просто Мордор. Ну мне жарко тут, тесно жарко. Преисподняя какая-то опять, пекло, инфернус. Главное, что здесь даже солнца не видно. Говорят. Слушай, а ты наверх-то посмотри, там может что-то есть. Здесь деревяхи-то. А-о. 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 А, да ты лучше. Ну ты спасибо. Я на нее не помню, все равно это. Надо еще одну сферу. А выше еще нельзя? Так, нам наверх надо будет. Но, наверное, это будет надо потом. Пока нечего здесь сделать. Это я мясо. Собрались. А, сзади еще парень. Опа, фига себе. Что делать? Так, нам надо наверх. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, как ты так делаешь-то? Так, я наверху. А, там... Блин, так тут у меня скелетон. Мне тоже. Нет, я? Нет, он. На другом берегу видно тебе, ты можешь его прикончить с того парня? Так, мне тут появился скелет. Ой, тут и он... не один еще. Все, есть. Тут троих. А, прикинь, плавятся мои штучки. Что-то мои... много их здесь. Ой, я дурак. Мне крышка пришла, прошу прощения. Моим слезам. Снизу что-то было, да? Правильно я понимаю? Ну, лава, моя смерть. Она так, лучше. А почему с этой стороны? Здесь, наверное, и... Подожди, и вниз можно идти, и наверх можно идти. Здесь деревяхи, да? Нет. Не помнишь, как этот парень Богдан может притягивать к себе? Я вот не могу вспомнить. По-моему, либо G, либо H надо держать вместе с шифтом или правой кнопкой мыши, или... Может, тут какой-то скилл нужен для этого. А ты же резнулся, что ты хочешь? О, все, да, кстати. Ой. Нам... Там рычаг справа. Вот там. А тут лава. Пол-то лава. Как играть, туда попасть? Вопрос. А тут за эти верхние ты можешь цепляться? Я могу только посередине вот здесь. Угу. И все. Угу. Я тебя услышал. Здесь ты можешь платформу поставить где-то. А дальше чуть-чуть. Нету. Тихо. Ну ты меня. Это я тебя? Я не понял, почему я. Аккуратно, аккуратно, быстрее. Я почему-то вниз автоматически, и сам того не желая. Спускаюсь. Не-не, ты можешь эту не делать, а то она растворяется. Можешь вот эту поставить просто подальше. Я перецеплюсь вот здесь где-нибудь. А ты двигать ее можешь, и когда я на ней стою? Ну, когда ты, скорее всего, нет, но попробую. Попытка, не пытка. По-моему, нет. Беги! Получилось? Ну, не совсем. Так, а подвинь... А, не можешь, да, это максимум? Ты уже не видишь ничего. Я не вижу дальше уже ничего. Сейчас я тогда... Я-то стою, блин, жду. Ну, все, привет. А я тебя резал. А как так? Смотри, я выбрал рыцаря, и при этом он резнулся, но уже на другой поверхности. Это как-то несправедливо. Да, нам все-таки надо будет назад возвращаться, я зря переживу. Туре? Ну, как бы туда. Я вот над тобой. А, ничего, так тут наверху только опыт, и все, я взял. Тогда возвращаемся. А вниз как пройти? Не слышал? Сейчас все сделаем. Я позвоню человечку. Но... А, тут эта платформа ездит. Можешь даже не беспокоиться. Она даже видна. Не набирать. Hold the secondary attack left mouse button. Ай-яй-яй-яй-яй. Насыщенный батл. Так, можешь ничего здесь не делать. Я вообще пока не знаю, где мне и что делать. Тебе надо левее идти просто, и все. Левее? Где ты? Да, наверх. Вот здесь надо наверх забираться. А. Ай-яй-яй.
Вот. Так, я за свою сейчас. Любимую героиню. Да, 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 пожалуйста. Я застрял немножко. А? Кто же знал, что нам налево надо? Какой-то... Это Мордор, кузница победы. Спасибо. Я тебя услышал. Спасибо, это здорово. Да ё-моё! Я согласен. А ты тоже как бы чувство вины испытывал, да, и решил тоже спрыгнуть. Да, я. Давай я тебя закину. Да нет, ты это... Я помогу. Ты можешь... А, ну ладно, тебе... я буду строить. Я-то запрыгнул. Построили и наконец построили. А я слышу звук скелета. Здесь они появились, к сожалению. А как ты запрыгнул-то? Я просто наставил ящик под миллиард. Знаете, господа, хорошо. То есть ты скелетов... Ты считаешь, что наши зрители такие же, как скелет? Ну и... Потому что их нет, поэтому да, пока они такие. Кого нет? Зрители? Да шутка, привет, Андрей. Андрей, привет. А кто смотрит-то? Андрюха, ради чего все, ради привет кого? Вам передаю. Их нет. Мы это вырежем, не переживайте. Шутка. За вирус им. Шутка. На каждое видео. Там, короче, вон, смотри, Валера еще шутит, есть. А? Шутит. Скажи, что шутишь, Валер. Ты же не всерьез, правда? Я маленько запутался, куда нам идти. Да вот, я вижу... Это да, но... А дальше? Дальше налево идти, но там... А вот я что-то такое кручу. Или что это ты такое? Можешь, да? Что это такое? Это мне деревянный этот, на который я могу зацепиться. А, ну и улети, лепесток. Когда ты меня кинул. Так, а что может сделать Валерий? Тебе надо как-то, чтобы у тебя не сломалась ни одна платформа от магии. Я, видишь, у меня огня. Проблемы с построением квадратика, у меня из него треугольник получается. Сейчас я сейчас буду потихоньку монтировать. Так. Ой, падение намечается! Блин, ну видишь, это успех просто. Я не рассчитывал, как получится. О, у меня ребята появились. Ну, если я скелетом скажу подписываться на наш канал, ставить лайк и писать в комментариях, они бы делают это? Скелеты это не... вот наши зрители, я думаю, кто-нибудь обязательно. Потому что скелеты могут забыть еще на колокольчик нажать, согласен. А наши парни такое не забывают. Андеды. Скелеты андеды. Андедные скелеты. Так, тут, короче, что-то поднимается, как-то сюда ребят появляются. Там сундук. Оп. Там парень сам идет. Ты можешь также раз, а хотя не обязательно, я сам, наверное. Нет, я не могу один. Без тебя не получится. Без тебя, родная, я не я. Так, поехали. А там еще спускается, походу они бесконечны. Слабенькие стрелы у нее, конечно. А у тебя же были умения, что ты сделал? Там она кончается, знаешь. Раскачай меня сегодня вместе с вами. Пусть все знают, как мы отдыхаем. Так, забраться ты заберешься, да, если что, я... Ну да, я думал, ты типа что-то там нажимаешь, и у меня открывается, но я иду к тебе на всякий случай. Нам в любом случае надо назад, потому что внизу сундук был. Ага, а ты что-то открыл или нет? Или ты просто говоришь, что нам по-любому надо назад? Ну, нет, я ничего не открыл, но здесь как-то... Так, я как-то нашел. Это не очевидно. Я тут нашел, сейчас я кое-что сделаю. Туда наверняка как-то пройти можно. Как я пока не понял. У меня проблемы с квадратиками. Ай, мне это не нравится. Я увидел, что ты скинул мне фиальчик зелененький. Там, по-моему, где-то надо налево тут идти, нет? Нам надо... Собрать сундук, который внизу лежит. Я спускаюсь и пытаюсь собрать его. Короче, здесь вот, решетка. Вот. Не наш уровень, я понял. Здесь решетка, которую нужно. Звездочка 102 решетка? Нет, здесь рычаг должен быть, который открывает. Воротик поднимает, правильно? Да. Возможно, он был раньше.
Не, это точно не может быть. Ну нет, здесь, конечно, как ты и сказал. Ой, ты видел бы ты, чем я занимался сейчас. Так. Я не могу знать, я же не рядом, да, с тобой. Я согласен, потом это как на повторе увидишь. Я пытаюсь добыть нам опыт. Я маленько в ступоре. Куда идти? Нет, я хочу все-таки взять. Хочу все-таки взять этот сундук. Нет, сундук понятно, дело, это мы сейчас разберемся. Так, а тут мины какие-то, а тут что происходит? Это ты уже совсем далеко ушел. Налево, я в левой части, да, да. Но тут я последний опыт взял, и на этом нужно что-то делать дальше. Аккуратно. Не ударься. Она какая-то маленькая косенькая. Ой, а мне не больно. Ну подожди, ты хочешь сказать, что налево вообще не надо? Поверху я прошел, ничего не нашел. А дальше. Ну, как-то странно. Вон тебе есть что, на всякий случай. Так, а что мы можем тут сделать, я не пойму. Реально, что делать-то? Пока не вяжется вообще ничего. А может, они просто надо кинуть, и ворота сломаются? Да нет, ворота не ломаются просто так. Вот, я видел, что там тяжелая какая-то... Артиллерия. А? Артиллерия. Тяжелый груз лежит какой-то на душе у меня, да нет? Тяжелый вот этот каменный кусок лежит рядом со мной, сверху справа. Его, может, скинуть надо вниз. На... О, а меня сейчас к тебе переместило. И ты мне болтаешься в воздухе, это закон? Так и есть, да. Я так болтаюсь. Вот видишь, да, справа ты колдун, старый пердун. Неужели ты не видишь? Колдун? Вон каменный скинь направо. Да, отпускай. Вот. Что будет? Может, как-то его это. Так? Ну да. Вот, ты справился. Ты сделал все, что я хотел. Я революция. Ну вот я поднял. А, так это так чисто для моего удобства, скорее всего. Так, ребят, ну пожалуйста, дорогие мои хорошие, подсказывайте. Кто бы ходил уже, куда нам идти? Это же прямой эфир, куда идти? Нам мозгов не хватает. В комментариях куда идти? Чтобы додумываться. Куда обратиться, чтобы у нас все получилось? Какие инстанции? Все-таки однозначно рычаг где-то должен быть. Скорее всего, дальше. Там, где как раз... Нет, грубая сила не помогает. Не знаю, что еще делать. Грубая, ну давай, сила. Разнеси тут все. Хочешь налево пройти? Да, я хочу еще раз посмотреть, что там есть. Значит, мне домой возвращаться пора. Ну, я вижу там какой-то этот колючий шар, который, может быть, падает в случае, если над ним взорвать какую-то... Там колючий шар я видел, он за решеткой. Вот ты мне скажи, ты вот эти камешки, шарики, кубики поставил? Иди сюда. Я пытаюсь, да, я. Я понял, там какой-то my fault, понимаешь? Да? Да. Да не надо такое. Без этого. Я к тому, что ты поставил сам себе камешки свои. Почему их называют камешки? Кубики, ну, и при этом. Ты чё? Вниз. А там почему ты, конечно. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ты хочешь от деда? Сейчас, секунду. Да это не обязательно, он не ломается от этих огненных шаров. Нет. А что надо сделать? Пойдем. Там еще одна кнопка. Поставь сюда кубик, а я вот сюда иду встану. Иду к тебе, хорошо. На, типа. Твою мать. Да. Я понял, я тебя услышал. Этот, ну, вот и рычаг здесь. А где это? Твоя плашка, но я левее оказался, ты меня придавил. Я просто от огня пытаюсь себя защитить. Ты нажал? Надо левее, я ничего не нажал, нам надо левее, я нажал, просто шарики эти колючие упали.
Так, еще стой. Левее ставь, так чтобы она. Сейчас. Твоя вот эта доска. Идет? Сейчас. Ой. Попробую. Капец, ну ты видишь, что у нас хп это не резиновое. Ну мы а сейчас чуть не. Видимо, туда в итоге и надо идти. Там внизу открылась вот решетка, внизу чекпоинт. Да, оставляй, сейчас надо забрать. Не получается. Отлично. Психанул называется. Так, получается, ты получается так, сделал. Так, я резнулся, здесь скелет. Ой-ой-ой. Ребята. Открыт путь, получается. Ну, сундук был в качестве награды, видимо. Подожди, а сундук-то мы... Да вот сюда надо догадаться было просто. Получ... Запрыгнуть. Так, давай, я сейчас как прочитаю. Амулет of the Kings. Ай-яй-яй. Так, вниз. Амулет of the Kings. Одного парня. Поговоришь? Все, я иду. Там сверху еще кто-то был? Да, появился. Скелет. Он... Нужны твоя платформа, нужна. Прикольненько у тебя. Акробатка. Первый раз, что ли? Не знаешь, как я умею? Оставляй. Спасибо. Спасибо, я знал, что тебе можно положиться. Я не хотел. Вот, смотри, держу. Ой, не хочу, хочу. Оставляй. Да-да. Теперь передвигай. Ну, не трогай, не трогай, не трогай. Я не трогаю, я не трогаю, я не трогаю. Хорош, так. Видишь, я даже бездействую могу нести пользу. Если что, я вон камень тебе не спасал. Преткновение. Его можно делать? Использовать. Его можешь в лаву поставить, нет. И он а не он сгорит. Не сплавит? Да. Этот камень в огне не горит. Это такой камень. В огне камень. Не тонет. Оставляешь. И что дальше? Надо ждать, пока я это я спущусь. Не управлять. Здесь проблема, знаешь, в чем? Нам и наверх надо, потому что там... Я так придумал. Там остался. О, ну как так получилось? Знаешь что? Камень надо сюда как-то передвинуть и наверх забраться. Ну либо платформу поставь. Поставь там, где лава, платформу. И... Ты хочешь, чтобы я головой эти чистоколы? Там, где лава поставь. Насадился. Да, там, где лава именно. Потому что сверху был бутылек с эликсиром молодости. Так, типа? Да. Ай. Аккуратно. Тут шипы не просто пора. Вылезают. Сейчас. Секунда. Вот, вроде все, да? Ай, больно. Давай, давай, давай. Ты можешь прыгать, а я вот могу ее потихоньку поднимать. Хочешь? Кстати, я так убью. И надо. Это ты поднял, да, и меня сошкребло оттуда. Не так немножко. Так, а нету так, как... здесь воскрешения? Да откуда я знаю? Я пытался... Ты, короче, промахнулся прыжком. Так, я это вижу. Нет, меня... Вот эта вот штука, которая... Туда-сюда, она... Короче, распёрла мою верёвку, порвала её, и я упал. Ладно, то старая помянет. Дальше куда? Ты что, специально уничтожил? А, мы, ты будешь запрыгивать этим человечком? Я думал, мы идем с той стороны шарик, нам надо резнуть. Давай фису, шарик. Шарик. Я есть шарик. Нормально так или что-то надо подвигать? Не трогай, ничего не делай. Что ты, ну... Да там лежит просто этот. Вставляй, короче. Нет. Лежит, нам надо... Тихо-тихо, я понял ошибку. Всё. Давай, на. Да хватит ее вертеть, когда я лечу на нее. Так. Так. Ой, я... сейчас, секундочку. А ты можешь ее повернуть немножко? Да, вот так. Ну, не касайся стороной. Тихо, не спеши, пожалуйста. Мне нужно сконцентрироваться. А, насадить ты ее не... А кубик-то ты можешь насадить на вот эти... Блин, да конечно, а что молчишь? Тебе надо кубик. Ай. Хорош. А он... Ну, пожалуйста! Паника. На тебя вся страна смотрит, блин, переживает. Давай, пожалуйста. Страна. Все получилось?
Да, только меня спускай помаленьку. Это я тебе, это я уже самой платформе говорю. Ай, удачи. Стой, 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 а куда я денусь? Быстрей! Все равно не без ущерба для здоровья. А это что? А, это нормально, можно пройти за ней. Все, я напугался. Use the healthy vial, что-то там. А это тебе, наверное. Это у тебя, мне, health... у тебя с хелфом проблемы. А у меня healthy vial есть или нет, я не знаю, как его использую. А тик не надо. Тут опять надо ворот поднимать. Надеюсь, нам получится. А им. Да, эта серия вызывает у нас какие-то. Ну это конец игры, это наши пределы получается. Я не представляю, что будет дальше. Вот пошел, оп, ай, блин, простите. Вот прыгнул, вот прыгнул, вот прыгнул, так, вот прыгнул. Я, в принципе. Оп. А, так ты мог вот так просто сделать, да? А смотри, он что ждет-то? Он хочет тебя стрельнуть. Он хитрый, ах ты как делал, на тебе. Он хитрый. Аха, услилулия. Да что ты? Хитрик. Эй, а чё? А надо сломать сначала. Может, подключить и вам откроют, или чё? Как ты? Как? Чё? Как ты? Как? Как ты, девчонка? Ой, аккуратно. Нормально, она стреляет, ей даже вообще без разницы, что у неё перед носом взрывается её же стрела огненная. А, тут, короче, кнопки, смотри. Их две, да? Одну надо сломать, вот здесь план. Ах, лобыш, ворота открыты. Наверняка там время идет, которое, если мы не успеваем за которое спуститься, то... Решил сам в своей голове уточнить сложность игры. Усложнить игру. Ну, уточнить в том числе. А, я падаю, прикинь, падаю. Ой, я нашел сундук, я нашел. Я падаю, падаю. Стоп. А ты можешь? Виктор Скраун, я это... А, ну взял. Корона Виктора. Корона Виктор Скраун. Нам знаешь, что надо сделать? Собрать. А, нечего собирать там, на вниз. Кажется. Хорошо. Можешь просто спрыгивать. Хорошо. А почему... Бам-бам. Почему скелет один остался наверху, и мы его даже... А, тут они бесконечные, что ли? Чего они приходят? Левелап. Ну, прикольно. А, подожди, тут что-то поменялось! Это не прикольно, блин. Я пытался... Ой. Ходите! Так меня выдали! Что ты прикалываешь? Ты себя поцарапал, ну молодец. А, я умерла? Вообще. Ай, да ты шарики катаешь мне под ноги специально. Да ты... Да ты прикалываешься, шарик за мной ездит. Я вообще не трогаю. Вот на повторе увидишь мой экран. Он синий. На каком повторе? О чем ты вообще? Там ты фильмы повторы показываешь. Ах ты, что это было? Напугался. Так, смотри, я могу эти веревки, наверное, порвать. Дай нет, мне порвать, нет, не раскачивай. Не можешь. Ты почему мне сегодня весь ролик мешаешь? Ой, это человечка. Левелап. Сейчас. А, это ты сделал, да? Так, я вижу этот, вот этот. Я подвинул, чтобы... О, тихо. Пару кубиков поставь сюда, пожалуйста, маги. На второй. Брат. Будешь заниматься своими делами, мне поверху надо пройти. А, тебе поверху? Ну не. Они. Да. Эй, лала. Оп, эй, оп. У меня все получилось. Делай оп. Подбрось монетку. Я спускаюсь. Хорошо. Ты прав. Твой выбор. Тихо. Я от смеха чуть не поджарился. Крепь с баранку держись, шатер. Как с тобой можно играть серьезно вообще, если ты не воспринимаешь меня всерьез? Если чувствую юмора, нет, шутку не воспримешь. Да что ты будешь делать? Давай я тебе мост в Европу сделаю. Туда-сюда сделаю. Это было красиво, это было на грани. Базар, а давай так, это еще поехали.
Ты прикалываешься, ну что происходит сегодня? Пишите в комментариях, вам нравится, что происходит сегодня или нет? Или нравится вам, да, или не нравится. Я не могу, я всего лишь женщина, ты за мной издеваешься, как будто бы я такой же, как ты. Ну а что ты имеешь против черных? Я осуждаю максимально твое высказывание. Ничего не имею. А куда двигаться? А что ж, знаю. Скелет. Ай. И скелеты. Твои. Друзья твои. Лучше для мужчины нет. Сам посмеялся. Может, могу. Могу себе позволить. За тобой как позволить. Ой-ой. А, так тут... Вот я глупенький. Зачем же такая любовь, что не нравится? Забавится. Ой, моя любимая, она жива. Она все же жива. Момент поподробнее. Ай-яй-яй. Девчонка, где взяла так? А зачем я делаю этот путь наверх? А ты залезай. А ты залезай. Залезай, чтоб горело ясно. Залезай. Так, здесь кто-то... Ай. Тебе даже скажу, кто. Господь, Господь. Настроение хорошее. Люди все настроены. Почему-то не получается. Одинокий голос. А, здесь нужен твой магический вот приемчик. Кто? Разум. Магический разум. Разум. Чтоб ты разум все прошел. Я долго тебя ждать буду? Да пока да, но что-то не клеится у меня. Сейчас. Я пока уровень тогда прокачаю. Можешь мне это рассказать, как дела? Новый или это Кадиллак? Как дела? Я не понимаю. Мне пишут, что уровень, но при этом я не могу прокачать ничего. Кто пишет? Подписчики? Не, Почта России пишет. Кто тебе пишет? Пуш-уведомление пришло. Пуш? Ой, а я все увидел, в каком виде до тебя добрался. В каком? А я не увидел, я же был в инвентаре. А, ну потом увидишь. А ты на пузико переключись. Я уже хорош. Вот этот камешек, который ты сверху перекрыл, да, его надо посадить на... Что, на клей? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну зачем же? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я выбираю тайминг такой специально, чтобы было максимально неприятно, да, и больно. Блин, я не могу себя поднять. Я это, умерла опять. Получилось. А какие твои доказательства? Какие твои доказательства? Так, я за Анфиску опять играю. Молодец, молодец. Опа, и я смотрю. Ты, ты умер, что? У меня ТП было. Тихо, тихо. Молодец. Зачем же такой молодец, что не нравится? Ничего, так. Какая стрела пролетела. Главное, чтобы сейчас босс никакой не появился в тот момент, когда я там скакал к Сайгам. Блин, когда ты последний раз вообще слышал в речи или учитал слово Сайгам или употреблял? Ну, кстати, недавно. Так, у меня вопросики. О, у меня левелап, без разницы. Без разницы? На что? У меня левелап, без разницы. Обрубил все разговоры, все связи, контакты. А мне без разницы. И разговор записывается. О чем мы разговариваем? Да мне без разницы. Да, мне без разницы. За милую душу. Так. Помогите. Розовый, помогите. Хана на мите. Мне интересно, кто-нибудь из подписчиков наших знает, что такое хана на мите? Как я сам. Кто правильно напишет? Ну, я там, один тогда знаю, да? Тому лайк получается. Отдай ему. Да, опа! Не видел? Просто лайк. За секунду до. Все, ты так завернул, она останется? Я давай так завернулся. Ей. Так, а что хочешь? Куда надо двигаться? Что внизу? Нам рассказать? Надо те ворота открыть справа. А мы даже... А, на кнопки, под на нами камешки что? Твои посадить. Так я же не знаю, что под нами, а ты молодцы. Нарисуй сверху камешек.
Да почему камешек опять? Кубик же. Ой. Так, думаю, что передумай. Камешек, да? Получается, теперь нам нужно что-то. А, у тебя тут дерево, да? Стоп. А вот видишь, можно же вот так просто сделать. Можно. Я надеюсь, там чекпоинт будет. Мне кажется, или мы этот уровень уже проходим, битые полчаса. Сложный уровень, мы тоже сложные. Сложный, это такой уровень. Дюжинский, чертов дюжинский. Да, вот, молодец. Ты молодец, старенький. Я забыл, что я тоже могу выбрать пузика и... Пузика. Поел чипсиков недельку, я могу вызвать пузика. Алло, пузика? Ладно. Тоже понял, да, что ты уже борщишь. Блин, вызвать пузика. Борщишь, ты борщишь. Вызови кого-нибудь. Я умер. А ты тихо, пожалуйста. Ты смотришь, как я играю? Ну, конечно, я передохнуть надо, тяжело было. Вот теперь сам выхлёбывай. А? Да всё. Выхлёбывай. Вот выхлёбывай я не слышал, да, никогда уж. Уже. Я отпускаю границу, дозволено. Я мыслю другими категориями. Категории. Ой-ой-ой, давай, оставляй. Нет. Типа категории шутки за 300. Оставляй, ты выбирай. Красавчик. Получилось. Выбери категорию и цену вопрос. Ты просто вообще да? Идеально сделал. А я не вижу. Ты вообще не видишь, что делаешь, но ты мне такую дорогу проложил. Дорогу и цветов, дороги, кстати. Два. Хананамити, дорогу цветов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. После такого вы просто обязаны. Вы просто обязаны. Никому ничего не обязан. Ну, по факту обязан. Не слушайте, когда вам кто-то говорит, ноги. Что вы кому-то что-то обязаны. Вы обязаны только своей маме, может быть. Ну и то, как сами решите, конечно. Не обязательно, да. Не является публичной офертой. Ты залезешь сегодня или нет? Здесь, по-моему, бот сейчас будет. Ты сейчас меня ждешь? Мне кажется, ты сценарист в этой серии, ты режиссер. Друг мой. Друг. Ну кого говорить? Я обязательно на том повторе, про который ты все мне говоришь, посмотрю, что, куда я стрельнул и куда попал. Я не вижу ничего. Это такие нарезки. Когда кто-то делает так, что кто-то продал. Так, я забыл геометрию, мне что-то не вяжется с фигурами. С фигурами? С женскими? Женская фигура вот стоит, ждет тебя. Так, женская фигура. А как ты дальше там скакал? Чё там? Куда? Поверху. Вот по этой, которая крутится вокруг своей оси. Да. Жди пока. Ну, понятно. Сейчас, давай, запрыгивай. И прыгай. И оп. Хорошо. Вперед, готовься. Готов. Все это либо босс, либо конец. Это конец. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, блин, ребят, вы реально молодцы. Это, спасибо вам за этот выпуск, вы крутые. За терпение. Да, и за это. Спасибо, мы тоже. Пока. Это конец.